Santa leaped out of bed and began to pull on his clothes. He was in such a hurry that he put both feet down, one trouser leg, and fell flat on his face like a boom. He fell flat. Deep in the woods, the reindeer were having a snowball fight. Ah, cried Santa loudly as a snowball hit him in the face like a boom. At last, Santa was ready to leave with a crack of his whip and a jingle of bells. Before Santa could stop them, the reindeer quickened their pace. Whoa! Santa cried, but it was too late, landing with a bump. That's a reindeer. See, they tugged and they pulled and they pushed as hard as they could. Yeah, see, Santa's trying to get the sleigh out of the snow. And then the chicken came to help, and the horse, and the rooster, everyone helped. Hurry, Santa, you mustn't be late. Look. Yes, I mustn't, agreed Santa. It's nearly Christmas. That's a horse. That's a horse. The present is for you. It's from all of us, said the reindeer. Oh, they got the present for Santa too. See, because Santa's getting presents for everyone, but no one's getting presents for Santa. It's a new clock so that Santa's never late. Ooh. That's it. End of the book. Yeah? Put it back on the shelf. Давай, Тутти, go put it back on the shelf. Thank you, Рэй. Давайте разбирать наши подарки и посмотрим, что мы сегодня с вами протестируем в нашей ванной комнате. Я обещала вам показать, чем мы пользуемся в ванной комнате. И, конечно же, сейчас, когда у нас есть также новые подарочки для купания, мне очень-очень интересно эти подарки протестировать, посмотреть и своевременно дать вам еще свой отзыв до праздников, чтобы вы успели в случае, если вы ищете подарки для своих малышей, сделать вывод, хороший подарок или нет. И, в общем, тоже, если вам понравится, приобрести для своих малышей или для своих подруг, их малышей, короче, для своих близких, родных и людей, которых вы любите. Так, из новеньких штук, с чем сегодня будем играть, это, конечно же, машинки. Потом попробуем, поиграем с баскетбольной вот этой уткой от Манчкин. Очень уж она веселая. И что я очень-очень хочу попробовать и протестировать вот эту штуку. Это подводную лодку, которая позволяет ребенку шлангом поливать и кита, и ванную комнату, у себя, маму и все остальное. Да, котенок? И последняя вот эта вот новинка от Манчкин. Дико-дико интересно посмотреть, как ребенок будет играть вот именно с этой матрешкой-пирамидкой из рыбки, пингвинчика и акуленка. Вот такие вот классные штуки. Я думаю... На один раз тебе хватит, да? И еще подругам покажем, чем мы с тобой чистим зубы, что у нас еще из игрушек есть и как мы, в принципе, пытаемся держать нашу ванную комнату в порядке, чтобы она не превратилась в очередной просто плейграунд для моего ребенка. Да? Ну что, пойдем купаться? Let's go brush your teeth and take a bath, okay? Let's go find your brush, brush your teeth and take a bath. А, кстати, конечно же, наше новое полотенчико. Вот такое вот. Мирончику нашему достался львенок, а Марку мы подарили, что у нас был там еще, верблюд. А котенку остался слоник. Да иду я, иду, котенок. Вот такой вот слон, синее, красивое полотенце. И да, подружки, хоть это и не новинка в нашем доме, я еще оставлю ссылку на кубик Моцарта, которым мы играем и, в принципе, которым пользуемся уже долгие-долгие месяцы. Это еще одна моя рекомендация вам, подарков на Новый год, Рождество для ваших малышей. В нашем доме этим кубиком играет не только Рэм, его друзья, и, в общем, очень-очень активно этот кубик используется. Смысл его в чем? Познакомить ребенка с качественной классической музыкой, и чтобы мама и папа тоже не сошли с ума от этих музыкальных играющих игрушек. Здесь музыка очень приятная. Ну, например, вот ребенок нажимает на главную кнопку оркестра и, нажимая несколько раз, мелодия меняется. Тут, в общем, все мелодии Моцарта, 8 их, по-моему, штук. Можно сделать потише. И также, нажимая кнопки этого кубика, ребенок может убавлять или добавлять музыкальные инструменты. Таким образом, он становится главным дирижером своего оркестра. И вот так эта штука вот работает. Так что берите на заметку для подарков вашим малышам. Тоже оставлю ссылку в описании этого видеоролика. Давай, let's search for the brush. Where is your toothbrush? Давай, давай. Where is your brush? Давай, search for the toothbrush. There it is. We're gonna brush your teeth. Давай. Good job. Wait, you need toothpaste. Mama's gonna add the toothpaste. Так. Тик-тик-тик-тик. Wait. Так.
У нас пасточка наша заканчивается. Скоро надо будет купить новенькую. Так, давай, давай, ап-ап-ап. Кич-кич-кич-кич-кич. Chin up, chin up. Давай. Давай, brush, brush, brush your teeth. Brush it every day. Properly, 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 properly. Brush it every day. Yeah. And up. Brush, brush, brush your teeth. Так, подруги, наша зубная щетка. Кто спрашивал, чем мы чистим зубы? Называется Мегатен. Ссылку оставлю тоже в описании видеоролика. Вот такая вот крутая детская щеточка. Она электрическая. Вибрирует, вибрирует ровно то время, пока ребенок должен чистить зубы, и приучает его здоровым привычкам как раз-таки по гигиене ротовой полости и заботится о своих зубках. Щеточка мягкая, круговая, очень-очень удобна и здорово помогает детям почистить зубы и спереди, и изнутри. Что касается зубной пасты, у нас сейчас Baby Cocol, по-моему, она называется, наверное, клубничная, но я заказала сейчас Bio Repair. Тоже оставлю все ссылки в описании видеоролика. Вот эта Bio Repair, она очень-очень классная. Если есть еще необходимость зубы напитать минералами и разными полезными веществами для эмали и, в принципе, здоровья зубов, есть еще вторая паста, которую, точнее, гель дополнительный, который мы закажем. Его тоже оставлю в описании видеоролика. Посмотрите обязательно, особенно если вы ищете хорошую зубную пасту для вашего малыша. Так, пожалуйста, только не ржите надо мной. На ребенка одела плавательный подгузник и майку. До сих пор не понимаю правила Ютуба по поводу голеньких деток. Когда бы они не заблокировали мой видеоролик, я, в общем, надела на него майку. Да? Ну вот, как мы храним наши игрушки? Так, первым делом у нас здесь для хранения игрушек есть вот такая полка. И для меня именно вот этот вариант, он стал наиболее удобным. Потому что мне не нужно ее крепить к стенке. И нет риска, что все это дело отвалится под весом игрушек. И она в прямом доступе ребенка. То есть он может по мере купания своего доставать любые игрушки, которые он хочет. И, в общем, всеми этими игрушками играть, купаться. Легко тут все это складывать, доставать и так далее. Единственный минус, что он все время так и норовит эту полку сорвать к себе воду. И она все время вместе с ним плавает в воде. Поэтому, конечно же, каждый раз мы это все складываем вместе с ним. Так, что еще? На стенке у нас тут цифры. Это очень важная тоже составляющая наших ежедневных купаний. Мы тут изучаем цифры. Потом у нас здесь есть наши стаканчики Манчкин, в которые можно наливать водичку. Разные животные. Вот теперь новая вот наша машинка. Кстати, очень прикольно. Я уже говорила, что этот магнитик очень удобный. Ребенок спокойно может ее сам разъединить и также соединить обратно. Про все игрушки сейчас буду рассказывать, буду показывать, как мы с ними тут купаемся и играем. И ссылки все оставлю в описании видеоролика, чтобы вам легче было все это дело найти. Кстати, коврик мы тоже уже поместили в нашу ванну. Очень он классный тем, что он, во-первых, длинный, а во-вторых, он очень-очень широкий. Поэтому ребенок, видите, спокойно может ходить по ванне и не подскользнется. Очень здорово. Ну что, полку будем сдирать воду? Показывать игрушки твоим подругам? Окей, значит, воду. А что случилось, котенок? Эй! Реми, what happened? What happened, Titi? Да, вот так происходит. Каждый раз. Она, кстати, еще очень прикольная, она адаптируется. Можно ее адаптировать и поставить на ванны разной ширины. Мелкий ты уничтожитель. Так, что у нас тут по нашим игрушкам? Вот один из самых любимых, это наш медведь. С рыбками. Рыбки можно надевать на... Рыбки можно надевать на лапки этого медведя, и он плавает по воде. И в последнее время любимая игра, эти рыбки он просит одевать на нос, и мы делаем апчи. Апчи! Очень любит он вот эту лодку. С этой лодкой он играет постоянно. Здесь в этой лодке также есть пассажир, есть капитан, и, в общем, с ней он тут плавает. Потом еще из любимых игрушек у нас вот такая вот рыбалка. И рыбалка у нас осуществляется при помощи вот таких вот рыбок. Банг! Да, котенок? И ты ловишь своих рыбок. Вот они плавают. Тут три рыбки. Желтая, розовая и голубая. Да? Тинкс! Бум! Да? Вот это твои рыбки. Очень часто играет со своим ковшиком китом от Skip Hop. Этот ковшик я купила еще, когда Рэм только-только родился. Его мы используем для игры в наши стаканчики. Кстати, там еще есть стаканчики, но я их убрала, просто потому что он из них пьет воду. Ну, дети в целом всегда пьют воду из ванны, но любую игрушку, которая стимулирует питье воды из ванны,
я убрала. Также я использую его, когда мою ему голову. Здесь очень классный вот этот краешек. Вот так вот прикладываете, наливаете. И снизу вода не будет литься ему на голову. Конечно же, очень любим играть с мамиными вещами. С папиными вещами. И больше всего у нас Ора получается в ванной комнате, когда он требует мамину или папину зубную щетку. Потом у нас здесь есть вот такая вот пирамидка. Очень классная, которая плавает по воде. И ребенок может складывать и раскладывать. Да? Смотри, разные части. Вот. Где твой медвежонок? Пингвиненок. Вот такие вот у нас игрушки. Также здесь у нас из магнита разные животные, которые лепятся на край ванны. И фаворит последнего времени. Так, сейчас машинки твои достану. Это у нас... Вот такой вот пакетик из Fix Price. Стоил он там, не знаю, 70 рублей. Но в этом пакетике, посмотрите, какое огромное количество разных прикольных машинок и, в принципе, видов транспорта. И вот с этими мы прям любим играть. Так, we have a white and blue plane. Then there's a very fast white and red plane. A red motorcycle. Давай put it on a wall. We have a very big cargo ship. It goes on the water and the sea. Just like so, right? What else do we have? We have a red car. Put it on a wall. Stick it there on a wall. What else do we have? We have a white and red plane. Stick it on a wall. And then there's your favorite. The green tractor. No? Find a place for it here. There you go. Then we have a blue car. Yeah, we have a blue car. We're gonna stick it right here next to the green tractor. Stick the rocket right there on a wall. Yes. Так, you gotta turn it around. There you go, the rocket. And then we have a big red truck. Where are you gonna put it? Right over there. Good job. Вот такая вот красота у нас на краю ванны получается. Ну и мешочек тоже можно сюда подцепить, чтобы игрушки доставать, да? Кстати, все наши брызгалки, которых у нас было большое количество, я утилизировала, поскольку время от времени их нужно менять. И вот наши новенькие, которые я в прошлом видеоролике показывала, я их подарила Мирончику и Марку. Они прям счастливы, довольны, играются, мы тоже себе такие купим. Потом очень любим наши мелки для карандаши, для рисования в ванне. Уже мы практически все использовали, уже заканчиваются некоторые. Ну, в общем, здесь мы можем рисовать. Что мы тут нарисуем с тобой? Дерево? Давай дерево нарисуем. Подожди, подожди, мама нарисует. Дерево. Щух, щух, щух. Стой. Щух, 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 щух. Дерево. На. Держи. Что еще у нас тут? Красное есть. Красное можно нарисовать. Вот, сердечко. Щух. Ну и все это дело, естественно, очень легко стирается со стенок ванны. Это легко можно привести в порядок, и память ванна всегда беленькая. Так, ладно, пока человек там играет, покажу душек, которые мы наконец-то собрали. Так, кит у нас здесь может быть и как наконечник душа, и как отдельная игрушка. И вот сама подводная лодка. В общем, я разобралась, как она работает. Здесь работает на 4 батарейках пальчиковые, я их сюда поместила. И при нажатии на кнопочки душа... Ребенок активизирует свою лейку. Вот шланг. Подводная лодка на присоске крепится на дно ванны. И, в общем, подается вода. Так, давай прикрепим. Вот так вот. Смотри, подводная лодка. Вау! Тик-т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 ик. Смотри, можно поливать. Пью-пью-пью-пью-пью. Ну, держи. На, держи. Так, подожди, давай вот тут. Подводную лодку вот сюда, может быть, попробую так сбоку пришпандурить тебе. Hey, милок, you press this button, see? Take in your hand. Take it in your hand. Давай, and press the buttons right here. See? Take it in your hands. Yes, good job. You press the buttons. Yes, that's right. You gotta turn it right, right like that. It's gonna be easier for you. No? Опа! Так, давай прилепим кита и попробуем, как кит. Вот так вот, очевидно, да? Нет, или не так. Давай как-нибудь уже вот так вот, наверное. Опа! Смотри! Это
ты так прямо держи. Вот так вот. Вот. Слушайте, ну круто все работает. И похоже, что ребенок будет надолго зависать над этой игрушкой. Здорово. И здесь, кстати, очень круто помогут наши батарейки, аккумуляторы, которые мы подзаряжаем каждый раз, когда они заканчиваются. То есть нам не нужно все время покупать новые. Что мне кажется круто, напор не такой большой, чтобы прям залить всю ванную комнату. Даже если он направит струю вне ванны, ванна не будет вся мокрая прям. Так, пока ребенок занят своим душем, вот я прицепила к стене уточку. И баскетбольную сетку с мячиками. Мячики внутри утки вот такие вот мягенькие. Очень прикольные. Также, я понимаю, могут использоваться как брызгалки. Так, давай проверим. Подожди. Сейчас он сдуется. Сейчас водичку заполнит. Вот, и возьмите ее. Вот, смотри, котенок, чтобы ты достал. Здесь есть веревочка. Рэм, вот веревочка, смотри. Ты можешь вот так вот легко достать. Пиу! Мама попала! Трехочковый, ура! Так, ну давай вот так вот. Давай, бросай. Баскетболист мой. Давай. Вот так берешь. Пиу! И стреляешь. Пиу! Где еще мячик? Пиу! Мам попала. Сейчас достанем. Пиу! Пиу! Выпала. Ну давай, лови мячики. Ава! Ну, в общем. Во время игры, наверное, логично, чтобы она оставалась открытой, чтобы мячики выпадали по мере того, как ребенок их стреляет. А уже когда игры заканчиваются, эту веревочку можно вот так вот затянуть. И тогда мячики на ночь остаются в этой сеточке и не болтаются по всей ванной комнате, да? Таким образом мы сохраняем порядок. Здорово. Все продумано и логично. Давай. Thanks. Ну, давай. Давай, ты не ешь мячик, кидай его лучше. Ава! И вот наша последняя игрушечка из новеньких, которые мы на Новый год добыли Рэму. Это вот такая вот матрешка. Здесь, кстати, очень круто. Я ее распаковала и поняла, что акуленок, который съел пингвиненка, а пингвиненок съел рыбку, значит, акуленок у нас силиконовый. То есть, если ребенок его уронит, то это все дело не упадет болезненно на ножку и так далее. Так, ну вот наш акуленок. Значит, его можно раскрыть. Он мягенький. Так, очевидно, также его можно оставить как независимую отдельную игрушку. Так, держи, полевай акуленка. Потом у нас внутри пингвин, в котором внутри рыбка. Человек нашел применение всем игрушкам. Акула отправилась в баскетбольную сетку и поливается из душа. Мне кажется, успех. И последняя, наверное, очень важная составляющая нашего купания, это, конечно же, само купание, мытье ребенка. И здесь мы используем Мустеллу. В принципе, никакую другую косметику не использую для ребенка. Мустелла нам подходит больше всего. Поэтому здесь у нас вот такой вот гель-шампунь для малышей, который делает абсолютно все. Кожа от него мягкая, пахнет просто великолепно. Ну, в общем, наша любимая штука для ванны и для мытья. Давай, будем мыть головешку твою. Давай. Будем мыть головешку твою. Так, сегодня намываемся в майке. Да, котенок? Очень логично. Ну, в целом, сами понимаете, обычно ребенка мою голеньки. Поэтому после записи этого видеоролика мы будем мыться, мне кажется, еще разок. Давай, еще разочек. Помоем головушку. Ready? Chin up. Be ready. Ага! Все. И на личико ничего не попало. Все? А не попало? Личико мы так с тобой моем, да? Вот так вот. Давай. Головушку надо хорошенько помыть. Давай. Опа. Щух. Ну, в общем, так работает наш кит. Ну, вот так, подружки, выглядит наше купание. Игрушек тут миллиард. Но в целом это время очень-очень веселое для ребенка, да и для нас, в этом говорить. В те моменты, когда у нас отключают горячую воду или просто хочется побольше места, мы достаем нашу маленькую ванночку и купаемся на кухне. Ну, это я уже, по-моему, вам показывала в моих влогах не раз. Также на канале Alant, их раздел материнства, там я тоже показываю обзоры разных вот этих игрушек. Можете там тоже посмотреть. Ссылку тоже, если не забуду, оставлю в описании этого видеоролика. Ну все, котенок, ладно, давай, сегодня нам достаточно. Сейчас тебя домою и будем выбираться из нашей ванны. Да? Эй, Бутик! Мне кажется, он не собирается никуда выбираться из нашей ванны.
Кстати, очень любит еще вот это зеркало. Это тоже наша давняя-давняя игрушка. Здесь были две брызгалки, вот такие вот. Одна уже у нас ту-ту. Да? Пора новый покупать. Ну, чего, ты собрал все шарики? Какой ты молодец! Get those toys. Давай, put them in the basket. Окей, good job, Реми. Давай, let's try. Put the bear in the basket. Давай, put them in the basket over there. Baby. Yes, that's a bear. He has a nose. Put him in the basket. Как поется там? Акуленок я туруруру. Акуленок я туруруру. Акуленок я туруруру. Все, пойдем. Акуленок, это ты так на песню матери реагируешь? У нас, смотрите, какая красота. Слон. Давай, слоненок, в майке. Давай личико сначала протрем. Ушами. Эть. Опа! Скажи подружке пока. Пока, подружки. Слоник мой. Кто мокрый слон? Ладно, подружки, пока.